high school preparation, so I knew more about this university and about the country and what happened here and everything. So it was very interesting. Now I found very interesting to paint this place. I'm very happy to paint it because it's a place that got a meaning. Ты знаешь, что это Амазианки до этого? Ну, раньше, до этого, я думал, что такое же высшее учебное заведение, как и везде, где там за взятки сдают экзамены. И, ну, первое, что я увидел, это что публика здесь намного интеллигентнее, чем в других вузах. А потом понял, какая здесь система, и так понял, почему. Depends. Some people, if some people want to do some to provoke, good for them. If you want to make people happy, good for you. Depends. There is no rule. It's free. Okay, working French. It's freedom. So for me, I try to make the people happy with my art, but I don't say that I'm right or that everybody should do the same. Everybody do what they want to do. I think I'm very influenced by South American street art, much more than European street art. European street art is more provocative and wants to be a little bit like to provoke and to speak about the society and to play with the codes, a kind of ironic art. South American street art is more illustration, making bright color the city, make the city like look beautiful, because the city in South America are kind of fucked up, you know. The government don't there are a lot of old world and things like that, I think there is a conscience about street artists to try to make it nice for the population. It's more social. Then street art in Europe is more provocative, you know, to try to provoke. I don't know who is provoking because nobody is hurt by it, but it's kind of like, yeah. Як конкретно стати, щоб вам подобається? Так, подобається, звичайно. Like very much. Качество знания. Знание это не просто информация, а знание это знание там каких-то самых простейших правил, как устроен мир, как все взаимодействует и как правильно в нем быть. Для меня вот это знание. Я хочу мати таку штуку і намалювати таку штуку картини. Класно. От ми розглядаємо. Вам подобається? Яскраві фарби. Ми ще ж не закінчили. Ну так. А воно надовго? Тобто? Ну його не будуть старати? Навіщо його старати?
Ну, це ж я. Сані не подобається, так? Та ні, мені дуже подобається, я не хочу його стирати. А дощ не змиє його? Ні, ні. Оце питання. Ні, не змиє. Мені нормально. Ой, я борюсь з грибком. Який? Який, напевно, Могилянку. Схоже, що ваза схожа чимось на Черняхівську. Це археологічна культура була на теренах України. Добрий день. До Могилянки такого досвіду ще не було. А хлопці, які це роблять, все-таки мають якесь міжнародне вже ім'я і репутацію світову в плані тому, що вони роблять. Тому що вони по всіх закапелках світу ж там малюють. Oh, good, easy. Let's go to it now. Let's go. Скажи. Позитив. Позитив? Позитив. Позитив, very positive. Any kind of negative. Опыт, как бы, есть. Ну, все пробовал, ну, кроме рисовать в метро. А что включает это все рисование там на стен, за городом? Да, стены в городе, там на вагонах. А как началось? Как началось? Ну, просто начали, увидели, что кто-то где-то рисует, был тогда такой Тупикин. Не знаю, где он сейчас. Ну, считается, вообще самый первый в Украине начал рисовать. Ну, скорее, не такой хип-хоп граффити, а просто баллончиками. А какая-то часть Киева была? Ну, в центре. В центре, да? Угу. Смотря какие работы, где они сделаны. Угу. Потому что мы много путешествуем, и там, где мы рисуем, естественно, это впитываем местную культуру и как-то выражаем. То есть вы адаптируете свои работы некоторые среды? Да. Мы не стараемся быть такими, ну, как бы глобалистами, которые везде там стараются навязать что-то одно и то же. Но были в этом году, нет, уже в прошлом, в Качине, там проходило биеннале международное современного искусства. Ну и вот я рисовал, ну, сам по себе, ну, а все ходили, о, биеннале. И вот в чем
прикол в том, что местные люди там, ну, мы увидели там всякие плакаты, типа демонстрации против биеннале. Но только позже мы узнали, что вот эти все биеннале, они как бы просто убивают местную культуру. Просто привозят там каких-то художников известных, там, из Лондона откуда там. Ну или даже тех же индийских, но которые там, ну, больше западную культуру проповедуют. Ну вот мы, как бы, в свою очередь стараемся наоборот.